Детские рисунки, теплые вещи – то, что, несомненно, должно поддержать боевой дух призывников. Уже несколько дней в Барнауле работают пункты сбора помощи мобилизованных во всех районах города по поручению Вячеслава Франка. Спальники, предметы первой необходимости, продовольствие, вещи, собранные на 6 пунктах, привозят на Ленина 148. А уже здесь городской совет женщин и волонтеры готовят помощь к дальнейшей отправке. Здесь у нас собирается та помощь, которую приносят люди. В дальнейшем мы еженедельно планируем отвозить на центральный склад, где будет осуществляться сортировка и в дальнейшем отправка в Омск нашим землякам. Пункт сбора накануне посетил и глава города. Организовано все в короткое достаточно время, но очень хорошо. Мы посмотрели логистику, мы понимаем, где мы получаем то, что нам приносят сегодня жители города Барнаула. Я под жителей включаю и промышленные предприятия. Мы едины, мы барнаульцы. По словам чиновников, с самого первого дня мобилизации от барнаульцев поступают звонки с предложениями о помощи. Теперь такая помощь будет поступать организованно и лишней точно не будет. Уважаемые барнаульцы, если есть у вас такая возможность и желание поддержать наших ребят, приносите вот на Ленина 148. Но сегодня открыты, вы знаете, что пункты приема еще в общественных приемных «Единой России», их 5, и плюс 6 еще на Южном. То есть получается всего 7 пунктов приема. Список вещей, в которых особенно нуждаются бойцы, можно уточнить по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах. Ирина Корчагина, «День с толком».